Ребятки, всем привет! На улице жарище. Приехали мы в лес, как видите. Сейчас вам покажу его более подробно. Вот, друзья, я в лесу аж жутковато, темно. Как-то, но зато жары нет, прохладно. Лес хороший, вроде не заросший. Были мы здесь не раз. Находки давал. Царские даже. Не знаю, попробуем побродим, наверное, здесь. Пару часиков выбрался на пару часиков. Надеюсь, что-нибудь интересное найдем. Смотрите, не переключайтесь. Вот, господа, только что выпала находочка. Вот такая вот раннесоветская звезда. РККшная, целенькая. А? Зачет, я думаю. Это я, по-моему, еще такую целенькую не находил. Да, жена у меня находила. Я еще такую не поднимал. Кум находил, помню. Вот, зачет, зачет. Сохран хороший, даже вон остатки краски кое-где. Как ее правильно, конечно, держать, не знаю. Вот, ну а в целом, конечно, немножко жутковато. Ветер ветки качает, кажется, что кто-то за тобой наблюдает, кто-то где-то гремит. Вот, но находка есть. Хождение делаю по дороге, вот этой вот захватываю, вот так туда-сюда. Уже находка есть. Металлолома выкопал тоже немного. Так что продолжим, продолжим. Есть в этом лесу еще находочки. Копаем. Вот так вот. Вот, друзья, бок дороги, прям почти у входа, сразу находка, ребят, я думаю, это рубль. Я думаю, это советский рубль, крупная монетка, сейчас протру. Да, ребят, это рубль, мой первый найденный рубль, советский. Класс. 20 лет победы над фашистской Германией. СССР. 1 рубль. А, зачет. Находка есть. Приятная находка. Приятная. Класс. Берем. Продолжаем. Ребят, походу я нарвался на небольшую рассыпушку. В этой же ямке еще сигнал, друзья. Выкопать. Надеюсь, будет видно. Одену камеру на голову. Вот, друзья, все ради вас. Надеюсь, вам видно. Надеюсь, хороший кадр получится. Блин, что-то я там шкрябаю лопа. Вот он, да. Друзья, вот еще монетка. Монетка. Так. Ага, пятачок 61-го. Пятачок 61-го. Сейчас еще прозвоним.
Эй, ребята, просто лес рассыпушек. Тогда в этом же лесу я тоже рассыпушку еще одну поднял. Так, пока находочки сюда ложим. Наверное, достанем пин. Да, ребят. Еще рассыпушка. Вот она чуть чирпнула моей лопатой. Что это? Сейчас глянем. СССР. 50 копеек, друзья. У меня еще такой монетки нету. Блин, надеюсь, вам видно. Покажу сейчас. Так. Блин, походу все, да? Ну да, три монетки. Рассыпушечка небольшая. Сейчас, друзья, немного попробую еще ковырну здесь. Потом включусь, покажу вам монетки. Ребятки, вот нескольких шагов от этой ямки. Потом закопаю, здесь ничего нету. А вот еще советикус. Еще советикус. Ранний в этот раз. 52-й год. Да, маленькая рассыпушка из 4 монет. Ну, спасибо, дедушке Хабару. Хорошо, сейчас закопаем все это дело. Покажем вам монетки и прозвоним. Ха, ребятки, ну класс же. А? Полтинничек с Лениным. Трешка поздняя, рублик. Фокусируйся, вот рублик и трешка. А, и так поздняя, и трешка ранняя. Эй, зачет. Сейчас еще здесь прозвоним. Неплохо, неплохо. Вот видите, в тот раз копали, пропустили. Ну, потому что лес полностью невозможно обойти. Невозможно, друзья. Копаем. Ребятки, у меня находка. Короче, вот там окоп. Я не знаю, кто-то его, наверное, копал или шурфил что-то. У меня находка, друзья, была бы классная, если бы не... Я не пойму, простреленная, да, вроде? Смотрите, друзья, знак заранения немецкий. Простреленный. Прострел, наверное. Две дырки. Ё-моё. Ё-моё, вот это печаль, ребята. Вот это печаль. И радость, и печаль. Твою же дивизию. Ну, буду искать еще. Фух, впервые такую находку нахожу, конечно. Жутко, жутко. Там какой-то раскоп непонятный. Я близко не подходил, не знаю. Может, зверь какой нарыл, может, человек. Ну, что-то отвал земли прям лютейший. Фух, не знаю, надо... Надо, конечно, еще походить здесь по кругу, в округе. Побродить. Такой вот знак, ё-моё. Офигеть просто. Офигеть. Офигеть. Продолжаем, копаем. О, ребятки, видите, там просто всеиспепеляющая жара, просто обжигающая. Больше 30 градусов. 32 или 36, по-моему, я смотрел, но это в тени. Вот, а здесь нормально так. Тенечек, прохладно. Следы вон какой-то копытный ходил. Так что нормально, нормально ищем. И не заросший лес особо. Классный лесок. Еще не раз мы к нему вернемся. Вот так вот. Ребят, загадал деду Хабару, говорю, вот это. Дедушка Хабар, ну дай еще пару монеток. Царскую и советскую. Ну или крестик и советскую монетку. Я поеду домой. Вот, друзья, сигнал. В лесу темень, хоть, блин, фонарик одевай. Вот он лежит, красавец, ребят, крестик. Еще не смотрел. Вот он. Вай-вай-вай-вай-вай. Ушко. Ушко, молитвочка. Вай-вай-вай-вай, какой красавчик. Вообще, люблю крестики. А, класс. Класс, ребята, целенький. Сейчас. Вот, целенький полностью с ушком. Красота, с молитвочкой. А, берем.
Все, буквально вот сильно далеко не отхожу от машины, так где-то метров 20-30 здесь хожу. Что самое интересное, здесь же мы ходили в три прибора. Ходили, копали. Находки все равно есть. А, зачет. Зачет, друзья. Копаем. Двигаюсь вот по такой дороге, ребят. Где-то тут были, вон там были пару сигналов пробки. Думаю, гляну, интересно, не заметил их. И вот, ребятки, где он? Где же он? Блин, потерял. Сейчас. Вот он, друзья, лежит. Красавец. Красавчик просто. Крестик-лепесточек, ребят. Как же я их люблю, а? Маленький, красивенький, немножко погнутый, конечно, но целый. Целый. Как же я их обожаю. Класс. Спасибо дедушке Хабару. Продолжаем копать. Продолжаем. Так, друзья, подтверждение, да, что это старая дорога. Вот, но она идет вглубь. Вглубь леса что-то пока страшновато ходить. Одному. В другой раз мы на ней покопаем. Может, по осени, когда листья падут, чтобы обзор был. Ну а вот попался элемент конинки, друзья. Обломанный, к сожалению. Видно, здесь поэтому он и потерялся. Видно, на лошади ехали люди. Вот такой вот элемент конинки. Вот, у меня есть такая целая. Ну, а это кусочек. Заберем, заберем. Старая интересная находка. Старинная, по старине. Вот так вот. Ну, как обычно, дошел уже до автомобиля. Около него сигнал, вот видите, нескольких метров. Как всегда, эта монетка, друзья. Ранний советик. Какой, к сожалению, не вижу. Сейчас попробую помыть немножко. Затертый троечок, друзья, 57-го года. Такой вот. Находка, находка. Собирался уже, блин, переезжать. Ну, думаю, в другой край леса. Не знаю, может, стоит здесь еще походить. Даже не знаю, как быть. А вообще, загадал, монетку найду, домой поеду. Ну, вот вроде монетка нашлась. Ну, что-то рановато ехать домой, друзья, рановато. Поброжу еще. Друзья, да он не один. Сразу рассыпушка у машины. Вот он еще торчит. Вот он, ребят. Земельки. Сейчас глянем, что это. Блин, тоже какой-то. Надо мыть. Ладно, друзья. А, тоже троечок. Тоже троечок. Второй, что ли, год или? Сейчас помою, покажу. Да, друзья, 52-й год, троечок, рассыпушка такая маленькая. Сейчас еще прозвоню, гляну, будет, что нет. Если будет, что-то включусь. Так, все, друзья, находился я, душно, жарко, ну, где-то часа три побегал в лесу. Ну, для лета, для жары этот результат нормальный. Я не знаю, сколько в лесу температура, но аж дышать тяжело, друзья. Вот, сейчас шандарахнулась вон там ветка. Но я посчитал, что это знак, наверное, надо валить отсюда, на всякий случай. Всем пока, до скорой встречи. Увидимся в новых роликах. Пока.